Здравствуйте, вы на канале Варварка Берушка, я ее папа. Варя меня сегодня угощает всякими вкусностями. Мама, ты отойди, Варя угощает только меня. Варя, угощай меня вкусностями. Что ты для меня сегодня приготовила? Вот такую шоколадку. Ну, мы ее уже попробовали. Ага. Руки, кстати, вон все в шоколаде. Дай. Вкуснотища страшная. Ты тоже можешь, мам. Мама бережет нашу фигуру. А теперь давай конфетки попробуем. Вот такие вот у Варьки есть вкусные конфетки. Давай пробовать. Тут есть такие желтенькие конфетки, они с миндалем. А есть фиолетовые, они с... Со шведками. Да. Со сливками по-русски. Давай мне одну конфетку. Ну, Варя, ну я же просил мне дать, ну. Давай следующую. Ну, вот так вот все время меня мои девчонки обижают. Они меня объедают. Ну, теперь, может, мне? Очень вкусная. Настоящая сливка в шоколаде. Теперь попробуем желтенькую. Ну, не судьба. Я знаю, сейчас припрется еще один рот. Вот он, рыжая, наглая физиология. И съест еще одну шоколадку. А мне, наверное, не достанется. Но... Дайте мне шоколадку. Ну. Ну, та же сливка, только с миндалем. Достаточно вкусно. Но для папы объясняю, чем ты похожа на амаретто? А что это такое? А это знаю только папы. Так, теперь мы пробуем вот такое йо-йо страшидло. Расскажи, что это такое. Ну, я не знаю, мы еще не попробовали. Как я могу рассказать, что это такое? Пробуем. Такие вкусные. Но! Как она открывается, мы не в курсе. Варя, ну... Боже мой, она вот так... Варя, пока мы с тобой открываем ее страшидло, мама ворует наши конфеты с миндалем. Я уже давно, да, открыла. Ну, давай. Значит, выглядят страшидло вот так. Вот череп. А вот летучая мышка. Ну, такой, ничего. Желатиночки такие. А вот такие вот, тыква. Вот тоже тыква? Страшная, типа с Хэллоуина. Ну так, ничего, кушать можно. Велкопоповецкий козел, конечно, будет повкуснее, но это тоже ничего. Теперь у нас есть вот такие вот конфеты Бон Пари называются. Мы еще не знаем, что это такое, мы их только вчера купили. Но тоже открываем. Мама. Мама наша постоянно подворовывает у нас весь материал для съемки. Но мы ее бьем по рукам за это. Правильно. Это, наверное, такие вот Бон Пари, такие вот конфетки, леденцы. Попробуйте, Варвара Георгиевна. Невкусно. Невкусно? Ну, я доверяю нашему эксперту Варваре, поэтому трансляцию на сегодня мы заканчиваем. И ешь сам. И начинаем кушать конфеты. Невкусно. До свидания.